День защитника Отечества неофициально отмечается как День мужчин. При этом в исходном своем понимании этот праздник чествует и женщин, всех, кто принимал или принимает участие в защите Родины. Одна из них – ветеран Великой Отечественной войны Октябрина Кононенко. В преддверии праздника ее навестили волонтеры и представители Десногорского местного отделения партии «Единая Россия». Был такой проект «Лица Победы». И партии был выпущен вот такой альманах со всеми ветеранами, где есть и наша любимая, уважаемая Октябрина Андреевна. А к этому художники сделали вот такую картину. А укрепить иммунитет удастся другим подарком – витаминизированными соками и фруктами. Продуктовая корзина пришлась особенно кстати в преддверии скорого весеннего сезона. Огромнейшее спасибо вам всем за то, что вы не забываете, вот, что всегда приходите, поздравляете. Октябрина Кононенко стала одним из ветеранов, которых ко Дню защитника Отечества посетили волонтеры города. Акция называлась «Скажи спасибо лично», и за помощь в ее проведении муниципальный волонтерский штаб благодарит местное отделение политической партии «Единая Россия», а также индивидуального предпринимателя Елену Зубову.